Всем привет, вы на канале RamPlay. Новая игрушечка под названием Персей, убийца титанов. Она мне давно была в избранном. Решил вот ее закачать, посмотреть, что за игрушка. По скриншотам посмотрел, что-то типа на слэшер похоже. То есть, ну, проходишь уровни с кучей мобов, убиваешь их и так далее. Сейчас будем смотреть. Тут разные есть. Есть вот такой режим выживания, такой и такой. Мы вот начнем с первого, стартуем. Тут вроде 4 класса есть. Есть 4 класса, то есть воин, ну, танк, лучник и еще кто-то там. Сейчас мы вот здесь и посмотрим, то есть мы можем любого себе выбрать. Так, это что у меня такое? О, реген магии 15, дамаг 10 и скорость. Ну, давай поставим. Нормально такая упала. А, точно, это у нас типа бандит. Это у нас танк, это лучник, а это... Не, а, это варвар, да, все. Ну я начну за лучником. Интересно будет все эти классы испробовать. Начнем с первого, у нас вот сам первый, потом вот так будем выше подниматься. Каждый, сколько тут, раз, два, три, на четвертый будет босс. Дальше только не могу смотреть почему-то. Давай. Сотартанул с первого. Нифига себе. А что это такое? И что такое? Если... А что происходит вообще? Плюс, ну, 3 скилла взял. Ну, а дальше что? Так, выберу град стрел вот такой вот. Да, вот все, теперь началось испытание. Это обезьянки бегут. Застреливаем ее. Ой-ой-ой, больно-то как тихо. Ловушка-то сколько, нифига себе. Это типа у них обезьянная ярость, что ли, да, они такие делаются агрессивно. Так, это ловушки, аккуратно проходим. Как тут сражаться на таком это поле боя-то? Есть, да. Ебать. Все ловушки я собрал, молодец. Давно я в такие игры не играл, но подобного жанра. Прям реально очень-очень давно. Ух ты, этих ловушек-то бы. Опа, что-то нашел. И вот так вот поэтапно проходишь, защищаешь локации. И по стандарту в конце каждой локации босс. А не достреливают его. Вот.
Значит, какой-то навык я выбрал. Не очень хороший. Мне нужны массовые ауе атаки, чтобы я прям бил по массу, тогда будет легко убивать целые пачки мобов. Блин, как тут заделался. Они урон, ну, получают, интересно. Да, смотри-ка, они тоже урон получают, нормально. Блин, у меня там упал лут. Давай, обезьяна, умирай. Ну, точнее, это не обезьяна, а горилла. Ну, горилла тоже обезьяна. Ой, больно. Да больно, что делать? Ех, ёж какой. Мясорубка прям такая жесткая, да? Но это еще мало врагов. Тут должно быть больше. Они взрываются еще, смотри. Ну, сейчас сам умрет, наверное, там, да? Умер, да. Блин, как больно. Все. Уровень пройден. Плюс 3 атака, дамаг, плюс 5 этот, и магии регистр. Но магии мне хватает. Вот от урона не откажусь. Так, штанишки, броня, скорость атаки и хп. Реген хорош, нормально. Тут 20 атаки просто, но пока это нормально будет. Так, у этого чувачка что, можем купить скилл. Тут у нас дамаг 30. Дамаг 300, вот тут давай берем, конечно. Новый скильчик. Так, вот этот сейчас вроде как бы должен быть босс. Да, медуза. Где она сама просто? Медуза, ты где сама? Что-то я ее не вижу. А, вон она где лазит, фига себе. Она, кстати, очень дамажная довольно. Ни хрена у нее дамаг. Я затащу ее вообще. Смогу. У меня скиллы что-то какие-то неудачные. То есть лучники должны быть массовые атаки, а у них что-то говно. Ну, дамажный зато. То есть дамаг такой более-менее годный идет. Пошло ты нафиг, коротенький. Рюкчики нет, то есть. Так, не орать, она стреляет какой-то магией. А чё, я почти умер, да? Зель купим. Чё-то не справляюсь, походу, я.
Пробивают они меня больно жестко. Тут куча всяких мобов. Ну пошла ты в жопу. Отстань от меня с своими атаками, серьезно. У ней какие-то эти самонаводяги, блин. Так, вот этот шар очень много отнимает жизни, надо аккуратно. Да, у нее эти самонаводящие. Ой, до свидания. Зарался. Неба, она меня почти ваншотнула, жесть. Боссы непростые, походу. Она замучилась своими этими автонаведением. Ой, больно. Ну ща потихоньку заковыряем. Не сразу, конечно. Ой, больно. На. Как у них какой дамаг огромный. И все. Я проиграл почти. И тут главное руку набить, чтобы было нормально все. И вот от этих атак поворачиваться. Давай, до свидания, что ты орешь-то? Орешь. И у меня какие-то эти навыки какие-то непонятные. Блин, ну немного осталось вообще. Я должен выжить. Хожу по кругу здесь. Ей близко нельзя подходить, когда она свои атаки делает. Блин, я даже не попадаю, алло. Что за дела-то? Персей, ты чё, убийцы титанов? Игра называется. Нихуя он их убить не может. Ну попади хотя бы немного-то. Давай, до свидания. Нет, от твоего шарика я уйду, родная. Ну, немножко осталось, я должен выжить. Вам нахуй орать на меня. Давай, иди сюда. Ну. Есть! Это наш первый босс. Сложный гад. Чей там апнул с него? Магия 5, не, у меня лучше гораздо глупо, а это что такое? Легендарочку что ли апнул? Ой, хорош. Смотри-ка, как мне повезло, наверное, скорее всего. А это вот что такое? Только можно продать. Так, теперь, ну обычный мобот это уже. Не опасно. Мне нужны какие-нибудь имбовые навыки. Так, плюс 15 мана. Давай, ман мы качаем. И сохранимся давай здесь. Чтобы сначала нам потом не начинать. Стартануть отсюда. Так, активировать. Что это такое? Мидас. Can you taste it on the wind? A storm approaches. Every battle has its own flavor. This one is like an aged cheddar. У меня, кстати, 112 убийств. Да, одну карту.
Я теперь то же самое могу орать, как Медуза, да? У меня ёшный навык появился. Ну что я делаю? Что это вообще такое? Собираю какие-то фонарики, что ли? Знаете, вот в какой-то стране есть вот такие эти фонарики, там загадочные желания, типа их отпускаешь, они улетают в космос. А вот тут такие же. Чем-то похожие. Так, тут что я взял? О, броня хорошая, броня как раз. Что у тебя купить? Давай я тебе сначала вот это вот все продам. То, что мне не надо продать, нам чтобы очистить. 5000 артефакт. Ну, давай чисто ради прикола возьмем. Посмотрим, что такое. Это гемы какие-то. Это, наверное, чем для улучшения, для кузни. Скорее всего, надо будет. Для кузни. Так, 200% дамаг, 90. Тут атаку бафаем. Тут тоже, ну давай возьмем вот этот, наверное. Ну-ка, что это такое? Нифига себе. Ну, вроде что-то нормальное. Да, чтобы открыть новый навык, надо сразу внутри поинта вылить. Так, давай еще раз. Сохранюсь. Магия 615. 500 хп. Так, продолжаем. Я тут реально прям фарш какой-то жесткий тут, смотри сколько. Они взрываются еще, да. Надо поаккуратнее. Опа, нифига себе. Легендарка вроде какая-то выпала, да? Уйдите. Это эти адские псы, наверное, да? Недобрые песики. Агрессивно прям реагируют. Еще не всех. Внутри остался. Come back to lay claim to its child, all of existence. This is so cool. Так, плюс 3 скорость, плюс скорость атаки и плюс 3 дамаг, давай. Возьмем дамаг. Дамага, потому что что-то не хватает. Так, что я тут набрал? О, нифига, какие-то новые штаны. У меня 4-й, а это 2-й. Не, у меня круче, гораздо круче.
здоровье 150, броня и... Зато маны минус. Ну, маны мне пока хватает, на ману я не жалуюсь. Маны у меня нормально. А это вот я не знаю пока для чего. Скорее всего, для кузни, для какой-нибудь. Угу, могу вкачать. Надо зельки будет прокачать. Уже сейчас мы и вкачаем. Не хватит на один скилл-то. Да. Теперь нам 4 доступны зелья лечения. Они в основном нужны только на боссе. Ну, а хотя хер его знает с такими-то врагами-то. Ебать, а что это такое? Ничего, охренеть, что ли? Я не затаскиваю. Вот и зельки пригодились. А чё они этими камнями так часто накидаются? Охренели что? Реально не получается. Больно, и чё делать? Придется маневрировать. Если враг гораздо сильнее, чем ты, то надо думать головой. Как? Его победить нет. Убежать всегда успеешь. Они реально прям охуенные, ебать. Тащил. Походу пора. Они даже не дают мне навык применить, они реально просто захреначивают. Давайте, дохните, сволочь. Не туда выстрелил, бывает. Еще зельку пьем. Ну, потихоньку дохнем. Их уже меньше стало, да. Ну, вот и все. Вампирские брюки вроде, да? Четвертый тир. Вампирские. Подожди. 10 атака, мана реген. Атака, атака. Они одинаковые, кстати. Это четвертый. Надо с тобой. О, шлем хороший. Потому что этот шлемачок у меня низкого уровня. На третий, а это четвертый. Тут, ну, вся броня по тирам идет, да? И это вот четвертый тир. Четвертый, второй тир. 650 хп и 515 стамин. Но с одним-то я легко справлюсь. Главное, я запинал эту огромную кучу, которая не давала мне никаких шансов. Немножко терпения, и победа была за нами. Так, плюс 5 дамаг, плюс 3 атака, плюс 3 магии.
Магию реген давай, что ли, возьмем. Так, и скилл плюс доступен. Зельки надо еще сейчас вкачать. Но мы этому продадим сейчас. Опа, что такое? Это тоже на огненное оружие. Скорее всего, улучшение какое-то. Я сейчас ненужный продам. Так, 1900. Мне, наверное, на один скилл хватит, нет, на две. Делаем 5 зелек лечения. Чувствую, они мне пригодятся в скором времени. Мо, босс. А чё, один и тот же босс? Не, смотри-ка, новый чё-то. Слышь, а реально мне тут выиграть-то? Это они какие-то жесткие. Вот и босс к нам пришел. Я в яде стою. Но опять же, враг гораздо сильнее, чем мы. Значит, будем что делать правильно? Маневрировать. Ну, пока нормально идем. Это какой-то гигантский здоровый паук. И атака что-то у него какая-то огромная. Паники, что такое выпало. Я вот одно не понимаю, что это за сферы такие. Ну, от яда, кстати, я вроде урон особо не получаю. Да, чё вот это за кровавые сферы такие? О, нифига себе, в ноль почти снял мне все хп. Какой жесткий гад, а? В ноль мне все хп заснял почти. Вот меня делает. Это пышечку. Ну, мне в ноль заснял. Но я должен сейчас его набить. Ну, яд, конечно, на меня действует, но не сильно. Не сказать, что прям так очень-очень жестко. А вот когда она бьет или он кто-то такой, непонятно. Да, выходит сильно. А что это произошло сейчас? Она меня ланшотнула. This is a promise of things that are yet to come. Да, меня ваншот, ну, боссик-то. Подожди, а сохранёнка тут, получается, не действует, что ли?
чему вот я сначала все начал. А, вот они гемы-то какие, вот они где. То есть все у этого торговца вставлять можно. Так понятно, я ж без усиления был, без всего. Ну, мне пока лучник понравился. Крутой класс. А че тут два черепа? Ну, пока затусим чисто по первой ветке. А не потому что, наверное, по сложностям идут, правильно? И чем дальше берешь ветку, тем сложнее. Она. Но эти меня вообще не пробивают, то есть мне пофиг. Стандартный первый уровень. Опа, что-то на здоровье взял. Да, паук-то оказывается жесткий чувак. Он меня что-то как-то разобрал быстро, я даже и не понял. Ну я без усиления был, то есть я не вставлял гемы на усиление. Плюс 2 дамаг. Так, ну вот этот у меня был, мне не понравился. Вот этот 40%, 50%. Давай вот эту возьмем. Ну что за навык? Ну, выпускает линию какую-то. Сейчас если опять за лучник проиграем, то уже возьмем другой какой-то класс. Но это уже в следующей серии будет, за другого поиграем. Так, что я тут взял? Вот эти гемы вставлять, которые 50 хп и реген хп. О, нифига, оружка мне какая выпала. Ну-ка, давай-ка сейчас попробуем вставить. Интересно. Ну и что, вот я, например, вставил. Ну вот ладно, например. А, нет, он выскакивает. Подожди-ка. Тут, наверное, нужна какая-то валюта, да? Чтобы вставить его. Скорее всего. Ну пока не могу еще ничего. Прям какой-то жесткий череп. В смысле? Че это за дровосек местный такой, алё? Это мини-босс, что ли, какой-то? Эд, куда пошел? Иди сюда.
Я с тобой не закончил, Лен. Да, это какой-то это мини-босс был. Так, подожди, ну-ка, а что могу вставить? Четвертый. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня какой? У меня четвертый состоит доспех. Сейчас вроде, ну, подамажный такой стал у меня, да? Почти 1000 в хп, нормально. Наверное, скорее всего, где вот эти вот уровни с черепом, ну, там типа мини-босс есть какой-то, да? Как вот этот вот сейчас. Так, подождите, у вас очень много. Но обычные мобы особо не пробивают. Ну, есть, конечно, от них урон, но не такой. Пробивать только босс. Так, давай их сейчас всех в одну кучу соберу, чтобы мне удобнее было. А то мы дохнем потом. Убей, что ли, атаку. О! Вот это хорошо. Кучку собрал, бахнул разок и готово. Так, давай. А, они последние. Так, ну нате мою короночку. Опа. Плюсы реген хп. И улучшил навык. Тамагу 200, а тут будет 70. Давай. Лезь, не ори там, бля, негодейка. Да, пойдем за награды. Так, ну что тут ботинки? Да это все не нужно. Продам и куплю сейчас в эту. Не, почему не могу вставить? Вот, или это чисто для двухручника упал мне? Ну, реально не могу нифига. Ну-ка, что-то написано. А, это нужна оружка под слот, наверное. Так, а это что за артефакт тогда? Надо разбираться с этим днем. Так, три зельки. Новый навык, ну а какой могу выбрать? Ну, давай вот это опутывание, что ли. Ну-ка, что за навык? Ну, в принципе, думаю, наверное, будет нормально. Не знаю, посмотрим. Тут главное для огромных пачек мобов, да, вот эти вот все, которые кидаются там на нас. Главное брать ланшотные какие-нибудь навыки, чтобы по области бил, им урон нехилый давал, и будет нормально. Вот еще череп, тут, наверное, еще мини-босс какой-нибудь, да? Что это такое?
Ну, ловушки эти грёбаные. Нихуя себе. Откуда ты взялся такой молодой, красивый, а? Ну ничего, он меня вроде не пробивает. О, нифига, я могу его ронять, да, смотри. Нормально его так накрячил. Четвертый, нифига себе шлемачок. Это вот какой-то... А, в этот, наверное, можно руны вставить. Да, вот видите? Империус Гемс можно вставить. Да, вот теперь в этот можно поставить. И тут одну руну можно поставить. Дамаг. Даже атак 35, атак 40. Дамаг. Ну вот это вроде покруче будет такой. Да и пипец эти ловушки. Сколько тут всяких топоры, только нет. Он еще когда просто стреляет, он чуточку отпрыгивает назад. И получается, что он это... встает на ловушке. Да как ты попал-то, блин, на меня? Да, видите, он отъезжает так немножко, прям так-тык двигается. Негодяй на ловушке. Ну-ка, дай-ка массушку. Оп. Ну, слабоват, конечно, так слабоват. 550 магии. Зато много в хп. Тыщенка почти в хп. Ебать, там сколько еще этих мобов. Да, им тоже от ловушек достается. Но урон, правда, у них заниженный какой-то идет. Нифига тут сколько. Всякая хрень нападу. Да сколько у вас там? Ой, блин, тут что это? Нормально по хп сняли у меня. Ну их прям реально очень много было. Один остался. Ты серьезно думаешь, что мне навредишь? No, это испытание у Посейдона было. Это Посейдон нас испытывал. Плюс 2 атак, скорость. Ну давай скорость возьмем. Так, и что я тут набрал? Третий. Нет, третий не надо. Ага. Мана 5. Это еда. Ну, третий не надо.
четвертый. Так, ну-ка давай-ка зачаруй мне хотя бы что-нибудь одно-то. Посмотреть-ка я. Тут нужен какой-то предмет. А-а-а. Подожди-ка. Может, надо вот так вот делать-то? Ну, теперь все правильно. Минус 150 хп, в смысле? Разобрались, как это все делается. У меня штанишков нет, у нет амулета и рукавицы. Артефакт куда вставляется? Нет, тут надо еще какие-то дополнительные. В артефакт пока не могу ничего вставить. Ну, хотя бы пока оружку зачаровали, то плюс. Подожди, у меня в навыке что-нибудь есть, да? 2600 по золоту, но золота мне вообще мало. Так, это гем. Это третьего уровня. А это вот, наверное, для брони, скорее всего, надо. Три штуки таких. Ладно. Так, босс, вот сейчас убьем этого босса. Медуза опять. И сохранимся надо. Ну, сохранился. А чё это там какой босс-то, алё? А, это мой призывной, нифига себе. Нормально. Но тут я ее налегке заделаю сейчас. Это с первого урон, кстати, наносит. Вот мы и проверим. Ебать, сколько у вас. Нет, тихо, тихо, давай. Что ты орешь-то? Сдурел, что ли? Орать. Да, вон, смотри, какой ты этот. Ну, призывается, типа, на помощь мне, что ли, да, идет. Сферу не надо, сфера опасна. Фига, я ей сколько ПХП снял. Ну, сейчас, думаю, ну, паучка-то я одолею уже, да? У меня реально сейчас лучник, бля, смотри, там какой-то этот. Воин, ну, призывается мне на помощь. Это с зачарованием, скорее всего. Второй тир броня. Не, у меня четвертый. Вот, штаны, кстати, у меня вообще же нет никаких штанов. Четвертый. Подожди, тут броня. Дамаг и ВС, а тут мана, манореген. Манорезист, ярно. Давай вот это оставим лучше. Нет, у меня покруче. Подожди, а где зачарование-то? Вон он. Вот тоже 400 АУЕ дает. На так, вот я и амулет, кстати. Только вспомнил про него.
Атака. У меня, кстати, вот в этом нету ничего. Сейчас мы зачаруем. А погодь, что я снял-то, если там не всех убил. Сейчас я его зачарую и посмотрим. Да, вон какой-то это воин встает на защиту Персея. Ну, у Персея довольно-таки тяжелая такая ноша, и ему надо всех убить, всех Медуз, вот этих всех злых богов. Хаус Драгонс. Дракон Хаус. Так, три атака, три... Давай броньку возьмем, чтобы особо синт не пробивало. Так, давай сейчас активируем вот это вот. Can you taste it on the wind? A storm approaches. Every battle has its own flavor. This one is like дамаг на 70. Почти до максималки вкачал. Так, опять эти парашки какие-то. Я не знаю, для чего вот эта вся хрень. Непонятно. Ну, типа, чем больше соберу, тем лучше будет у меня наград, наверное, да? Или нет? О, фонарики собираю, о, фонарики. Вот амулет какой-то хороший, третий. Ну, конечно, его ставим. Теперь зачаровываем вот это вот сейчас. Поставлю вот это ауешное, что-то. Походу, что-то жесткое. Так, давай, вставляю сюда оружку. Ну вот, тихонько разобрались. А я думаю, для чего мне все надо вот этот? Это говно только с артефактами, еще пока непонятно. Что делать, это продаем. Так, ладно, я вот здесь вот сохраняюсь тогда. На этом эту серию завершим. Посмотрели, да, это типа кроши. Руби и делай фарш из всяких мелких мобов. Довольно-таки прикольно. Мы же только на первый уровень ходим. Их там 4 вроде. И ну 3 разных режима. То есть попробуем, глянем, посмотрим. Будет, наверное, интересно. Как мне кажется, может и нет. С вами был Рэмплей. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик. Пишите в комментариях, как вам игра такого типа. Я в такие не играл. Всем до встречи. Всем пока. До нового видео. Еще увидимся.